Во дворце спорта имени Кабау Лукашенко прошел международный турнир по тайквондо «Кыргызстан Олимпик Тайквондо Чемпионшип». Особенностью этого турнира было то, что соревнования проводились на призы трехкратного чемпиона Азии, победителя азиатских игр, чемпиона мира и 28-х Олимпийских игр по всемирному тайквондо Мун Дае Сунга. Это мой первый визит в Кыргызстан и первое хорошее впечатление после того, как мы выехали с аэропорта, на меня оказали горы. Это первое, что мне бросилось в глаза. Горы сразу напомнили мне тренировочный процесс в детстве и дали мне какую-то материнскую теплоту. Я путешествую по всему миру и провожу различные семинары. Кыргызстанские спортсмены меня удивили тем, что каждый горит желанием чему-то научиться. В ходе семинара, который прошел днем ранее, мне задали очень много вопросов. Хотелось бы отметить, что для себя я выделил нескольких ребят, которые немного не дотягивают до уровня, но имеют огромное желание. Поэтому хотелось бы, чтобы государство обратило на них внимание, и тогда они смогут завоевывать медали на самых крупных соревнованиях. На турнире было разыграно 20 комплектов медалей. Соревнования проводились среди детей и юношей, кадетов и юниоров. В итоге победителями турнира среди детей стали Ерназар Серикбай и Сатыбалды Абдулин. Среди юношей первые места в своих весовых категориях заняли Нурболот Кудайбергенов, Тимерлан Айтуваров и Эдуард Ли. В турнире среди кадетов отличились Владислав Миронов, Валентин Белоглазов, Жолдашбек Токушев, Даниил Рустамов и Алихан Минкишиев. В состязаниях среди юниоров золотые медали завоевали Кадырбек Абдуллажанов, Айтур Бугараев, Амир Мусалыев, Рамазан Дейканбаев и Атай Арыстанбеков. Среди девочек первенствовали Азалия Тахтурбаева и Дилинур Маркс. И в соревнованиях среди девушек на верхнюю ступень пьедестала поднялись Жадыра Баранбай, Доминика Чернецкая и Ясмина Ханшикова.